Смотрите! Прочитаю. Это чё, имба? Лягушка. Я не знаю, как комментировать. Тайная магия. Ну, слушай, меньше всего, мне кажется... Заклинание льда у меня в колоде. О, встретились два мега-гения. Ну, давай, сынок. Ну, давай, рассказывай. Тайная магия, лед. Слушай, да на самом деле, просто давай так делаем. Ой, в лицо пошел, а не пожалеешь об этом, сыночек. Это ты называешь ударом? Вот что такое удар, перо за ноль в лицо. Перо? Ты забыл букву Г добавить, братан. Блин, ну он сделал квест, а мне некого было закинуть. Вот если бы я существо не выстрелил, он бы не смог закинуть. Но мне надо лед заюзать. Погнали просто так делать. Теперь заново делаем какую-то такую штуку. Ну, пригодится, я думаю. Все, два квеста подряд сделал на одном ходу. Заспидранил квест, получается. О, повезло. Ну все. Попался? Друзья, вдруг это какая-то херня типа копии? А, ну и скорее всего там этот. Ой, ну и все, ну и сейчас пойдем, блин, насиловать друг друга через жопу, да? Ну мы с двумя квестами сидим, блин, и прикалываемся. 10 урона! Ой, а чего у меня так хп мало? Ну не, не стукай! Boy next door. Страшно? Реально страшно. Я думаю, мне надо здесь искать металл. Ну, типа так. Ха-ха! Называйте меня гений! А, дайте подумаем, какую мне карту взять в следующую катку? Мне нравится... Легендарная карта. Ну, все-таки надо подумать, мне кажется. Ладно, я не... Если ты давно смотришь мои ролики, то ты уже знаешь, кто спонсор этого видео. Raid Shadow Legends! Ходи в подземелье, собирай лут жутких боссов, сражайся на арене против других игроков, проходи сюжетную кампанию и встречай нового легендарного чемпиона ниндзю, который стал фэнтези-версией известного американского стримера. Потомок могучего рыцаря Боннаретта, будучи маленьким ребенком, попал к воинам Сумрака, которые обучили его искусству тени и войны. Теперь он готов обрушиться на зловещие полчища демонов. Я уже начал прокачивать его, заново проходя кампанию, чтобы как можно скорее добавить его в свой отряд на кланового босса и арену. Даже скормил ему других чемпионов в таверне для быстрой прокачки. Заходите в игру 7 дней подряд, и уже через неделю ниндзя станет вашим. Но торопитесь, забрать его можно только до 15 октября. А еще в рейде сильно прокачали кланы, новые совместные квесты, награды, бонусы, а также клановый магазин с уникальными предметами. И не забудьте заглянуть в портал, там есть крутые чемпионы, которых можно собрать из частиц, нафармленных в роковой башне. Но это только начало, впереди еще много крутых обновлений. Друзья, каждый ваш переход по ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне набрать 150 установок. Качайте рейд только по моим ссылкам в описании или по этому QR-коду. И в качестве нового игрока забирайте один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы энергии, а также крутого эпического чемпиона Чонору в качестве бонуса. Но торопитесь, бонусы будут доступны только следующие 30 дней. Монтаж. У нас есть две колоды. Фейсхант или... Этот. Если будешь играть на фейсханте, мое уважение, тебе как человеку очень сильно поколеблется. Получается, не зря взял. Слушайте, я прошел через столько лет Хардсона, что мне вот вообще не стыдно играть ни на какой колоде. Этот год будет разъебочный. Что мы будем делать здесь? 3 урона, да? Слушай, а я не хочу здесь ничего делать. Я, наверное, хотя на самом деле хочу. Давай поэтому сделаем вот так вот. Вот так вот, чтобы он не разбил. Слушай, а у него может быть массовка на 2?
Поэтому просто погнали в лицо. Интересно, если я атакую вот так вот. Блять, я неправильно сделал. Я неправильно сделал, чёрт. На фейсханте думает. Я на фейсханте делаю ошибки, йоу. Смотри, если я ударю сюда, а потом ударю вот сюда. Он же еще атакует, да? Опа! Офигеть, я гений. Я запрещаю вам срать. Как же плохо он играет, чат. Походу парень скучает. Барак, ходобой, серьезно. Я в шоке. Ой, только не... А, ладно. Но если он меня сейчас не выиграет, я выиграл. Так. Ну, смотрим. 30 хп. В теории может. Маны на 15 урона. Бля, за ноль, серьезно. Чел, ну 30 хп, ты же не можешь снести мне 30 хп. Заход, серьезно. 30 хп. Алло. Ладно, погнали на... Начнем на Паладосе, а там посмотрим. Но это идеальный матчап. Смотришь на Золотого Воина и такой понимаешь, что это в бывшем 100% был контроль воин. Потому что, ну, и воины не работали абсолютно вообще. И ты понимаешь, что сейчас он играет на пиратвоине. То есть ты понимаешь, что чувак перешел на темную сторону и теперь играет пиратвоином. Представь, как он себе говном каким ощущает. Просто он раньше был против всей системы, был на контроль воине и все такое. О, подожди. Я вошел в новый ранг. О, я в платину вошел. Бац, 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 бац. Ебем нахуй. Просто хрюндели вам. Смотри. Змея. Овца. Нет, змея. Осел. Блять, сука. Змея. Овца. Обезьяна. Кабан. Лошадь. Игорь. Осел или кто? Вы позорите конуху. Итак. Змея. Овца. Обезьяна. Кабан. Лошадь. Тигр. Хатун. Укаки на джутсу. Ну что, финалочка или финалочка? Как думаете, чат? Консит? Прикинь, Ник Веслок. И все мы такие, кого? Чего? Вообще, он нечестно, он играет за босса, и у него там 5 челиков еще. Это нечестно. Давай, 2-1 рывок. Unlucky. Ну-ка. Чат, ну мне нужна поддержка ваша. Пока что заход хороший, мне нравится. Серьезно разбил. Анлука, малука. Хотя, после этого... Топим за Леху. Давай сейчас! Сдохну. Вот если он сейчас не разобьет 1-1, об 2-2, он реально недостоин легенды. Потому что он должен знать, против какого матчапа он играет. Смотри, он шарит. Молодец, хорошо. Молодец. Он молодец, он реально молодец. Не, без рофлов молодец. Абсолютно без шуток вам говорю. Он шарит. Это будет реально битва чемпионов. Потому что я бы ему нанес 6 урона на халяву против 1-1 челика. Он шарит за это все. Уничтожает всех существа. Хорошо. Нифига ты чел, конечно. Так. Кстати, он бы не разбил эту штуку, если бы я поставил в прошлом ходу. Великана выкинул. Манфри. Ага.
Что это, победа? 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 Ладно, всем плевать. Я легенда! Ну ты в натуре. Лёха, братуха, салам алейкум. Ебать, я в шоке, нахуй! Смотрите, смотрите, смотрите. Папа. Анимация. Мы сейчас должны увидеть эту анимацию. Вообще, похуё. Опа! Папа! Топ 17 тысяч легенды! Заебись! Сюда! 17к легенда! Легкие 16к легенды.